Теперь, чувачки, с вами Алскел. И сегодня мы с вами будем играть в тюремный побег от Барри. Вот это вот жирное существо Барри. А вон сзади это я. Вот такой вот красивый, молодой мексиканский мальчик. Погнали, я первый раз играю. Я до этого ни разу не играл. Я видел только о том, что это вообще существует. Но много кто просил поиграть, поэтому сегодня будем играть. Так, вот я. Молодой мексиканский мальчик. Почему-то меня оставили в тюрьме. Так, в общем, давайте разбираться, что здесь можно делать. Можно бить, то и крушить. Подожди, а я крушу все из-за того, что я решил крушить, или из-за того, что я такой огромный? Так, ну странно, какая-то тюремная койка. Барри тут ходит что-то. Думаешь, я сбегу? Правильно думаешь. Жопу себе что-то серьезно трусы поправляют. Ну ладно, так, о, тут монеточки у нас есть. Давайте собирать все. Попкоины, разбросаны по тюрьме. Используйте их, чтобы покупать уникальные предметы в магазине попкоин. Я так... Кто пернул? Ты пернул? Да ладно. Ни хрена себе у нас полицейский. Повезло же нам. Погнали, я так понимаю, нам нужно идти по стрелочкам. Вот сюда, по чуть-чуть открыть. О, все, побег совершен. На самом деле очень просто. Кто вообще вентиляцию в тюрьме оставляет? Так, это уже точно не я. Это точно был не я. Задолбал, Барри, перди ты, перди. Ну, мы сбежали. Все. Это было очень интересно, ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Кстати, нас-то сегодня, ну, когда я записываю это видео, 5 миллионов, ребята, на 5 миллионов. Я не знаю, как это так произошло, честно. Вроде бы снимаю. Нас 5 миллионов, что? Спасибо большое всем, кто подписывается, это очень круто. Я всех очень сильно люблю и ценю. Я не знаю, давайте будем теперь идти плавно к 10 миллионам, если это вообще возможно. А так, спасибо большое, вон Барри тоже радуется, вам всем пердеж прям так. И если вы еще не подписаны, подписывайтесь, и мы, может быть, даже дойдем до 10 миллионов, будет очень круто. Идем по стрелочкам. На самом деле, если все вот так вот делать по стрелочкам, это будет ультра просто. Так, перекрываем вентиль, чтобы вот так вот сделать. Так, паркур, молодое движение. Путь самого рожения. Молодое течение. Тэнк, я сдох. А, тут показывают нам, нажмите на кнопку. Хорошо, вот сюда. Паркур. Так, ну это самый странный побег, на самом деле. Если бы так можно было сбегать с тюрьмы, все бы сбегали. Тинк, ключ, опа. Оружие можно использовать для уничтожения объектов или атаки врагов. Так, то есть мы можем еще... О, да вы че, что это за балерина? Это же просто вау! Барри, тебе жопа! Кто придумал, что мы вот так вот будем драться? Смешно. Так, ну, сейчас я надеюсь, мы... Куда мы вышли? А что мы здесь делаем? Типа, почему мы выбрались? Или нам нужно сюда выбраться? Так, вот кнопочку, напиток. Мы достали напиток. Хорошо. Кока-колю попьем. Что вообще происходит? Нормально все? Зачем я кока-колу уничтожил? Так, тут очень много рандомных движений. Я понял, он нас не видит, да? Я правильно понимаю, что нам нужно его сейчас убить? Или что нам нужно сделать? Он нас видит? Нажмите. Нажимай. Что должно произойти? Что? Дальше! На! Я магазин открыл, я что, дурак? Все заново. Он меня увидел. Надо кружиться. Кружите меня. Раз, два, три, опа! На, вырубил, халашара! Вот и все. Так, мы нажали на кнопочку. А что мы сделали этой кнопочкой? Я открыл просто свою комнату или... Так, на самый верх надо идти. Кружимся! На! Нам нужно по стрелочке пойти. Нужно вот сюда, через эти секции пройти и дойти. Ты что, на меня нарваешься? Я сейчас закружу тебя. Нам нужно вот сюда пропаркурить. Все. Он, по идее, к нам же не долезет. Лошара жирная. Худей! Полицейский. Ненавижу, знаете, вот этих вот жирных полицейских. Угу. Ну все, погнали вентиляцию. Барри нас уже не найдет. Отлично. Стоп, а куда я упал? Какую-то психбольницу, скорее всего. По идее, я должен был сбежать. Ага, вот же выход. На. Все, мы в подземелье. Остерегайтесь зомби. Я думал, мы в реальной жизни вообще-то. Ну, типа, пробуйте, но в реальной жизни. Используйте, чтобы убить врагов. Капец, ну тюремные зомби. Это буквально я, если бы не сбежал. А я опять магазин включил. Кто поставил букву Е на магазин, а Р на уничтожение? Дураки! Класс. Хотите купить? Нет, спасибо. 600 робоксов. Спасибо, нет. Паркур. Я не уверен, что нам сюда, но на! Всех убьем. Костер убивает? Вы чё? Зачем вы это сделали? Так, аптечка вот. Спасибо. Так, раз, два, три. Опа, на, опа. Всех покружим. Нет. Чуть не убил меня. Я у него не смог с первой тычки убить. Ну ладно, хорошо. Вылазим в вот этот вот черепок. Капец, кто так делает? Что за скримеры? Мне пофиг, я бессмертный. На. Вот стрела в башке прям нормально. Так, лечимся сразу. Спасибо большое за аптечку. Ну, мы из тюрьмы попали в какую-то тюрьму. Почему это качается здесь? Так, нам нужно, я понял, что нам нужно. Нам нужно, вот шар идет, и мы туда-сюда, давай, оп. Оп, давай. Оп,
Давай, давай, двигайся, лом, отдыхай. Оп, давай, давай. Настроение игривое. У этого парня 5 миллионов подписчиков. Спасибо большое, убивайте. Выжидаем, выжидаем, выждали. Так, тут у нас зомби. Зомби, кстати, не идет. Вот зомби как будто умнее меня. Все, вроде бы дошли. Так, какой-то очень странный побег от Барри. Опа. Там Барри! Барри рыцарь! Вы что наделали? Это что за мультивселенная? Я думал, он только полицейский может быть. Иди сюда! Оп! Я его не смог с первого раза убить! Он босс! У него сколько сердец, смотрите! Рыцарь Барри! Нифига себе, приехали! Так, ну, я думаю, я его вымахаю очень быстро. Тут давай, оп! Или меня сейчас убьют? Он еще бьется и пердит! Так, он должен вот так мечом ударить. Застреет. Я его дважды не могу ударить, я понял. Валюче бьет, у меня не так много жизней. У меня одна жизнь осталась, всего лишь, нифига себе, немного. У меня вообще их нет. Я не умру в туалете, давайте, я добить хочу его. Давай, давай. Чуть-чуть осталось, чуть-чуть. На! Молодец, есть много задач, которые нужно выполнить. Некоторые сложнее других. Нам нужно идти дальше, хорошо. Блин, нифига себе. Я думал, побег, если честно, будет только в тюрьме. Почему тут нет тюрьмы? Почему я в подземелье? Так, вот это вот что-то мы делаем. Я надеюсь, на скелеты сейчас не будут нападать. На такого мексиканского мальчика нельзя нападать. Ну, и нам сюда тут... Да, вы прикалываетесь, все-таки есть скелеты. Паркур, 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 паркур. Это я теперь понял, почему называется побег, но обе. Тут реально обе. Очень хочу, ребята, очень сильно хочу сделать подобную игру. Это же очень круто. Я смотрю на это все, ну, типа, неплохая игра для Роблокса. Я видел намного хуже. Так, я могу еще вот так удраться. У меня не покидает мысль, что все челики, которых я сейчас убиваю, тоже те челики, которые пытались сбежать. Почему я умер? Ой, мешочек золотом для меня, для меня. А что тут можно купить вообще? Джетпак. За 350 робуксов. Спасибо, конечно. Я думал, за монетки можно что-то купить. А что можно купить за монетки? О, коробку. Ну, как по мне, мне на голову только коробки не хватает. Ой, блин, да. Я понял, тут можно, типа, другое оружие покупать. Но, блин, там монет нужно собрать миллион, миллиарды. А я должен... Что, подождите, это бесконечно обе, что ли? Откуда я пособираю так много монет? По 1000 раз проходить? Спасибо, конечно. Ну, у меня есть личная жизнь. Всех убили вроде бы. Все. И мы поднимаемся, я, насколько понимаю, в Колизей, да? Нет, да... Да, нет, эта штука выглядит как будто римский какой-то подъемник на Колизее, где мы сейчас будем драться со всеми, да? Почти угадал, а где-то мы, что это? Что это? Мы как будто только что с прошлого вернулись в какое-то очень далекое будущее. Барри в белом? Барри повар? Так, нам нужно включить, скорее всего, вот, Energy Drinks. Теперь я супер-супер быстрый. А тут будет супер-быстрый паркур. Я понял, да. Вау, вызов через 40 секунд. Подождите, мне нужно пройти очень быстро это все. Так, ну, хорошо, я как бы паркурист. Паркурист. Если за 30 секунд пройти, я должен, по идее, справиться, потому что я не останавливаюсь. Есть, все. Challenge complete. О, плюс 1000 монет. Вот за такие, если будет давать монеты, то мы что-то себе и купим. О, еще монет. Нифига себе, я, конечно, нашел тайничок. Безопасная зона, хорошо. Без опасности. А, вот... Ну, сейчас пойдем Барри тогда выключим, что нам? Нам не сложно. Так, вот это вот нужно активировать. Активировали. Когда вы видите белую точку на объекте, это означает, что можно схватить. Так, и что, нам нужно что-то перетащить? Возрождение по лестнице. Нам нужно коробку перетащить. Так, Барри, отойди, мне, походу, коробку надо тащить. А, да, найдите лестницу. Я дурак, какую коробку, лестницу нужно найти? А что это сейчас было? Это был скример? Спасибо, дорогуша, конечно. Нам нужно найти лестницу. Ну, на... Я его не успел ударить, он просто на меня среагировал. Нифига себе, скример, на. Он ко мне идет? Я в безопасной зоне. Я не в безопасной зоне, я понял. Вот стоим здесь, он нас не видит. Он нас пернул, спасибо. Берем лестницу. Я вообще очень тихий. Да, я самый тихий. Меня не замечают, ну ладно. Все, вот лестница. И что, все, изи вин. Ну вам и побег. Капец, кстати, длинная карта. Я думал, она будет очень короткая. Так, радиация. Подождите, там написано радиация, да? А, вентилятор. Я подумал, радиация. Ну, иду, нормально. Я уже выгляжу как немножко радиоактивный. Так, мы вот сюда. Там были монетки, я видел монетки. Нам нужны монетки. Нам не нужны больше монетки, я не хочу больше умирать. Я понял. Ну, это, наверное, одно из самых прикольных обе, которых я видел. Поэтому класс, мне нравится. Опарна. Попал в капканы. 3. Тут есть какие-то капканы. Нужно быть тогда повнимательнее. Гаечный ключ. Оп, оп, выполнено. Теперь нам этот нужно вырубить. Да, нет. Да, вырубили. А вот капканы, это гаечным ключом, это все нужно повернуть. Да, капкан. Ага. А вот это вот, получается, их нужно выключить. Тогда нам нужно вот сюда. Вот сюда. Вот, все, вырубаем. Молодцы мы. А точнее я. Ага. И мы выключили баньку. Идем дальше. Использую коробки. Ну ладно, вот.
Все. И нам вот сюда. Оп. О, вот это одни из самых любимых моих уровней. Люблю на скорость в работе. Она все выглядит неуклюже. Ну, максимально, что это такое? Что это? Ой, так, мне сюда, мне сюда, мне сюда. Оп, спасибо. И мы видим Барри-повара. Фу, а повар-то что-то кушает вообще нехорошее. У него жиденько пошло. Так, ну нам нужно его именно вырубить. Что у тебя за суператаки? Ты Наруто? Нифига себе, он быстрый. А как от него скрываться? На него не работает ключ. Еда, базуку дадут мне. Базуку. А как, подождите, я у него сердечко снес тогда? Где он? Где он? Почему я от первого лица играю? На! Буркерами, помидорами, класс, спасибо большое. Нам сюда? Нам сюда? Вот в этот паркур? Охренеть, ну давайте, я по-быстренькому его пройду, конечно, но капец вы придумали. Что за нафиг? Я думал, у нас будет просто побег. Ну что за? Развели меня прям. Так, тут нужно базуками хреначить по ним. Охренеть. Давайте я его заранее убью как-нибудь. Все. Челлендж выигран. Так, вот еще один челик. Раз, два. Мы можем реально его так избивать заранее. Так, стрелять нам вот сюда. Стрельнуть. Ой. Кто стреляет? Так, ну они вряд ли попадут. А, вот. Вообще ко мне подошел. Ты что, офигел? Давайте я этих тоже заранее расстреляю. Раз, ушел уже. Так, второй сейчас уйдет. Второй ушел. Ну, это не так сложно, как казалось. Вот это вот сложно. Оп. Блин, у меня башка кружится. Оп. О! Ё-моё! Все, вверх. Надеюсь, выход. Нет, это лазерные указки. О, нет, лазерная указка, учитель будет ругаться. Так, что открывается здесь? Все, я типа... Нет, я не выхожу. Что за робот Барри? Что это такое? Давай сразу сдалека тебе просто отфигать и все. Зачем мне что-то делать, да? Оно не работало, я понял. Так, потише, дорогуша. Сейчас ему руку какую-то отфигачим. Ой, стреляй тоже. Ну, такой себе босс. Повар был сложнее. Все, умирай. Умирай! Спасибо большое. Так, ну монет дали дофига и дают до сих пор. Откуда монеты? Откуда? 3000 монет. А за 3000 монет я ничего не могу здесь купить. О, я ухожу просто. Ну что, монеток, спасибо большое. Все? Или и тут тоже какой-то челлендж, нужно уехать от кого-то. Или просто мне ехать и ехать, все. Сирену можно включить. Тут еще паркур. А зачем мне куда-то ехать, чтобы пропаркурить? Извините, конечно, что нафиг? Серьезно? Ой. Самая тупая смерть. Если бы была одна жизнь, я бы просто умер сейчас. Так, это самая тупая смерть получается. Че? Выпустите? Что в такой ситуации делать? Я в машину не могу даже залезть. Да нет, в самом конце. Да нет. Да ну что за нафиг? Что это? Это ловушка. Я не умру в машине. Я не умру. Как мне вылезти? Что за? Так, ну это не смешно. Мне все заново все проходить. Чтобы сюда дойти до самого финала. Это реально все заново проходить. Ну знаете, что я только что увидел? Смотрите. По-моему, там что-то секретка какая-то есть. Вон, видите, внизу бункер. Заново проходить все. Я снова здесь, еду на машине. Ура! По-моему, вот здесь где-то секретка находится. Мне так кажется, тут есть какие-то секретки. Если что, напишите мне, где тут есть секретки. Может, как-нибудь я еще поиграю. Так, давайте здесь выйдем. В прошлый раз я здесь спавнился, я там же машину припарковал, поэтому мне как бы вылезти с нее не дало. Поэтому сейчас уже до проблем не должно быть. Что с этой штукой делать? Просто убить. А, ну ладно. Паркур посреди пустыни для чего? Непонятно чего. Это интересно. Спасибо. Кто сюда змей добавил? Они ж незаметные просто. Вот как вот это вот заметить? Что здесь? Почему мы сюда едем? Уже какая смешная рожа. Почему мы сюда приехали? Мой побег заключается в том, что я просто на скалу заберусь, и я буду типа кем? Оборотнем что ли, блин? Что за? Ну да, полнолуние типа. Только не говорите, что... Вертолет! А я сразу не заметил. Плюс 2000. Челлендж выигран. Все, побег должен был завершиться. Да, вон, мне дали... оно же, да, медаль. Мне дали медаль за то, что я все-таки выиграл. Да, все, все. То есть я в самом конце умер! И все, я куда-то попал. Игра телепортация. Невидимость, суперскорость. А, все, тут теперь я могу получить разные штуки. Гигант режим. Это что за... Почему я такой маленький стал? А, крошечный режим, все, я понял. А гигантский режим? Я буду гигантеллой прям? О, подойди теперь ко мне, Барри, вот с таким-то размером. Все, ага. Антон большой, Антон кружить. Антон, не нравится Барри. В общем, ребята, мы прошли. За это обязательно поставьте лайк. Крутая игра. Ну, неплохая для Роблокса, я бы так сказал. Хорошая карта, приятная обе. Пишите в комментариях ваш рекорд. У меня 12 минут, я за 12 минут прошел, потому что я с первого раза уже все запомнил. И поэтому прошел за 12 минут. Пишите в комментариях свои результаты, если вы тоже играли. А с вами был MilesCat. Спасибо большое, что смотрели этот ролик. Локтем ударился. Всем удачи, всем пока. Давайте, пока не умер еще. Пока.